Бесплатный? Интересно. Бесплатный был? Да? Конечно. А вы не скажете, туалет бесплатный? А я не знаю. А он деньги берет. Еще не ходили, да? Давай мне да, деньги. Давай я тебя за деньги пущу. Если два отделения, то бесплатно. Если бы одно было, то платный, да? Наверное. Я понял. Так, это для женщины. Ты что, мужской пойдешь пить? Да я обещала Вике привет передать. Ну давай. С туалета мужского. Ну пошли. Пить. Давай. Мы не скромные. А, ого. Хорошо? Иди сюда. Залазь. Так, в чем пойдем? Ну давай, что ты такое красивое. В туалете? Ну как-то слишком. Какое вишневое сады? Пою вишневому саду, там стала велика щебета, додому я просила стать. Сейчас обосрутся, ты заходи пописать. Все не пускав додому. Просилася, а він мене все не пускав. Милий мій, а я твоя, пусти, Боже, зійшла зоря, проснеться матінко моя, буде питати, де була я, проснеться. Матінко моя, буде питати, де була я. Посмотрите в інтернет мужском туалеті. Дай такий ответ, яка чудова майська ніч, весна йде, красу несе, а ті красі радіє все. Весна йде, красу несе, а ті красі радіє все. Доню моя, не поруч, де ти гуляла цілу ніч, чому розплетена коса, а на очах. Сплетена коса, а на очах блимить сльоза. Коса розплетена, коса моя розплетена, її подруга розплела, а на очах блимить сльоза, бо з милим розлучилась я. Чабрини сльоза, бо з милим розлучилась я. Доню моя, ти вже, я вже стара, а ти красивня. Мамо моя, ти вже стара, а я красива й молода. Я жити хочу, я люблю. Помилай доню свою, я жити хочу, я люблю. Мамо, милай доню свою, уюш не у саду, там соловейко щебета, додому я просила. Красиво. Я не слышал такого окончания. Вот а я так такое знаю. Просто как бы повторяется. Кто-то поет, чешу. Алексей. То Алексей сразу спевал. Да, все нормально. Мы по нужде сходили. У всех своя нужда. А что вы снимаете такое? Фотографии просто? Да, да. У нас своя рубрика. Вы видео или фотографии именно? Фотографии. А вы? А я видео.
Потом в Ютубе будете. О, боже. Всего хорошего вам. Танечка, спасибо вам, да. Что, пойдем еще петь? Мне только понравилось, ты что? Конечно. Ну, пошли. Я редко пою. А что ты хочешь спеть? Давай я лежу в озёре синее. Лежу в озёре синее. Подожди, я распечатала слова. Ты песню пел в прошлый раз, сейчас. Подожди. Моя Украина? Нет. Цвитетерен? Цвитетерен. Я их распечатала, только читать не умею. Давай. Там. Ты подготовилась основательно ко встрече. Я учила. Я просто... У меня минусовка такая же есть. Ой, пошли петь. Так, в мужском туалете, в Москве, в нескучном парке. Вика, привет. Он Алексей уже с ходы посвежили. Давай цвитотерин. Да. А не ходим, а? Никто не срется. Цвитотерин, уславай. Цвитотерин, Давай пониже чуть-чуть. Чего это пониже? Да. Видно, видно, мама, мама.
Українські пісні в мужському туалеті. Тим женський пойдем. Будеш знати. Я зараз русською вспомню, женський пойдем. Сепаратистка.
Все, тепер тільки в Україну. Троне привіт. Тепер тільки в Україну і просі подданство. Да? Ну, я не знаю. Напілася. Да, напілася українських пісень в той мужському туалеті. Пісень? Пісень, да. Наїлась українських пісень. Прості, я вспомнил, дивлюсь я на небо. Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю. Чому я не сокіл? Чому не літаю? Чому мені, Боже, ти крилець не дав? Я б землю покинув, та й в небо взлітав. Далеко за хмари, подалі від світу, шукать собі долі, на горе привіту. І ласки у сонця, у зірок прохай, і в світі їх яснім себе покопай. Алеша може так, як закричить, це в нього пробиває дві станції електричних метро, які приїжджають з різних сторон. Алеша таке, Аня! Подрабатуєш клавіратурно, це правда? Красиво, смотрите. Речка, йдемо по набережній. Красиво, звісно.